Обзор по паре евро-доллар, часовой график. Как можно заметить, в течение вчерашней торговой сессии на данном рынке на часовом графике сформировалась разворотная фигура. На данный момент продолжает сформироваться уже третье дно в разворотной фигуре, что служит первым признаком разворота общего нисходящего тренда на данном рынке. Следует отметить, что на дневном графике котировки так и не сумели достигнуть мощного уровня поддержки 1.0528, что не исключено произойдет в среднесрочной перспективе, но на ближайшую перспективу более перспективными остаются сделки на покупку после окончания формирования разворотной фигуры преодоления сопротивления 1.0643. По этой причине я рекомендую заключение сделок на покупку после выхода цен и консолидации над данным уровнем. Ориентир извлечения прибыли составляет сопротивление 1.0743, которое совпадает с линией 23% по Фибоначчи от недавнего нисходящего движения. Стоит обратить внимание, сегодня в 17 часов выйдут данные по продажам на вторичном рынке жилья как в абсолютном значении, так и в относительном значении, измеряемом в процентах. Так, в абсолютном значении ожидается продажи на уровне близко к прошлому, а именно в 5,43 миллиона продаж. В абсолютном значении за прошлый месяц ожидается падение до минус 0,5%. В случае осуществления прогнозов это окажет давление на американскую валюту, что на данном рынке выразится в росте котировок.